по дороге на даче Пески. Выезжала у нас комиссия, сам выезжал, обследовали полностью весь участок предварительно. Он делится на два так называемых, на две категории. Первый, самый тяжелый, самый напряженный участок, 1300 метров. Это так называемая старая бетонка от примыкания Ивановского шоссе и до разветвления по основным дачам Пески. И плюс оставшийся участок, это почти 3600 метров, это полностью до разворота автобуса. Мы считаем, что на данный момент необходимо провести обследование и даже геодезию и геологию по вот самому напряженному участку 1300 метров. На данный момент мы эту работу уже запустили, но, к сожалению, основные работы придется запланировать только на следующий год, потому как на данный момент все участки дорог уже определены, и в составе нынешнего объема работ, который мы будем проводить и планируем выставить конкурсную документацию буквально уже на следующей неделе, это участок дороги, примыкание от Малой Вокзальной до железнодорожного переезда, там, где заканчивается или начинается очень хороший участок дороги. То есть вот здесь участок дороги мы полностью планируем под железнодорожным мостом провести сплошное градирование и два слоя сделать асфальта. И на следующий год постараемся подойти именно к самому напряженному участку, 1300 метров, шириною почти 7 метров, с тем, чтобы сделать крепкое еще раз основание и уложить два слоя асфальта.